Как из Лего. Больницу в китайском Ухане построили за 10 дней. Она уже принимает пациентов. Одновременно лечение могут проходить 1000 человек. Рядом строится второй госпиталь. Можно ли так в России? Насколько надежна конструкция? Госпиталь, построенный в китайском Ухане за 10 дней, начал принимать пациентов. Рядом уже строится вторая больница. О том, как это возможно, насколько надежна эта конструкция и применим ли такой опыт в России, Иван Медведев. 25 тысяч квадратных метров, 831 койко-место, 1000 больных, которых можно лечить одновременно. И все это было построено за 10 дней. В сети есть масса фотографий как процесса строительства, так и итогового результата. На объекте одновременно были заняты 3000 рабочих. Экскаваторы вырыли огромную яму, застелили ее спецматериалом, затем на выровненную площадку залили бетон. А дальше больницу собрали как лего. Из блоков. Примерно по 10 квадратов каждый. Блоки эти очень похожи на вагончики бытовки, которые можно встретить на любой российской стройке. Имея в распоряжении такие детали конструктора, инженеры могут спроектировать внутри что угодно, в том числе и больницу. А блоки эти у китайцев явно были. Но одно дело построить, а другое – добиться того, чтобы все это не развалилось и нормально функционировало. Если все спроектировано и собрано правильно, такая конструкция может простоять долгие годы, говорит заведующий сектором высотных зданий и сооружений ЦНИ и ИСК имени Кучеренко Денис Конин. Для тех целей, для которых она сейчас сооружена, конечно, она проживет там, и год, и два, и там даже 15 лет. Некоторые модули эксплуатируются, при этом их постоянно возят с места на место. То есть, а если он стоит как бы как постоянное сооружение, понятно, что у него срок службы больше. Но, конечно, там нет никаких каменных материалов, да? То есть, соответственно, там изоляция в виде минерал-ватных плит, и все. То есть это все равно не такое надежное и прочное сооружение, как там условное железобетонное какое-нибудь, да? Да. То есть у нас стандартный для любого здания нормального уровня ответственности, у нас срок службы около 50 лет. Ну, может быть, такой модуль, конечно, может простоять 50 лет, но, наверное, это вряд ли. С другой стороны, больницу в Ухане строили по той же технологии, что и клинику в Пекине для борьбы со вспышкой атипичной пневмонии. Госпиталь Сяотаншань тогда возвели за неделю. Тогда это в 2003-м, а стоит больница до сих пор. Возникает вопрос, можно ли и у нас так? Российские строители говорят, что можно, но нельзя. Продолжает член правления «Опоры России», в прошлом партнер девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрий Котровский. У нас есть СНИПы и КОСТы, которые предъявляются не только к проектной документации, которая долго разрабатывается. Нельзя просто выйти в поле и начать строительство. Вы должны получить необходимый пакет документов, последний из которых называется разрешение на строительство. Вот чтобы получить разрешение на строительство, с точки зрения doing business, то есть ведения бизнеса в стране, сокращен перечень таких документов. Если не ошибаюсь, сейчас где-то примерно 80-90 документов. Второе, ко всем материалам, которые мы применяем в строительстве, у нас есть определенный перечень того, что возможно применять в строительстве. Нельзя просто так применить какой-то материал, который не зарегистрирован, не находится в номенклатуре строительных материалов федеральной государственной информационной системы, ГИСС так называемого. Интересно, что бы предпочли жители отдаленных российских деревень? Ездить в больницу в райцентр за десятки километров и ждать там очереди по месяцу? Десятилетиями надеяться на то, что хорошую, добротную клинику из кирпича, прошедшего по ГОСТу, построят у них? Или же все-таки уже через 10 дней с момента принятия решения иметь возможность приходить за помощью в аналогичную китайской больницу быстрого приготовления?